Здравствуйте, с вами программа «Мы научим». Сегодняшний наш выпуск мы посвящаем свадьбе и подготовке к ней. Мы сделаем все возможное для того, чтобы невестам свадебные хлопоты принесли только удовольствие и радость. Здесь, на театральной площади, возле стелы собралось около 30 невест, и жизнь каждой из них в скором времени кардинально изменится. Сегодня они пришли узнать о том, как сделать свою свадьбу сказочной и незабываемой. Гид нашего сегодняшнего мероприятия Роман Ковалев, известный ростовский ведущий. Сегодня мы будем катать наших невест по различным ресторанам. Они попробуют различные блюда в этих ресторанах, отведают кухню от шеф-повара, посмотрят интерьер, выберут для себя что-то подходящее. Сегодня мы посмотрим 5 ресторанов, и в каждом из этих ресторанов они посмотрят также еще фокусников, шоу-программу, танцы, что также может их заинтересовать, и они могут пригласить этих артистов к себе на свадьбу. А помимо этого, они будут между точками будут ехать в автобусе. И у нас будет настоящая экскурсия, будет свадебный гид, который будет рассказывать о некоторых тонкостях и секретах свадьбы. Какие традиции можно взять на вооружение, от каких лучше отказаться. Я буду рассказывать о том, как можно сэкономить на приглашениях, оригинальные идеи для приглашения. Ведь свадьба с чего начинается? С приглашений. Действительно, каждая свадьба начинается с пригласительных, которые могут быть любого цвета, с кружевом, стразами или даже с перьями. Все зависит от вашей фантазии и личных предпочтений. Что касается цены, то стоимость одного пригласительного от 70 рублей. Однако в первую очередь все же необходимо определиться со списком гостей. А тем временем все невесты уже в автобусе. Спросим, о чем они больше всего хотят узнать у настоящих профессионалов. Ну, о ресторанах и вообще ждем веселья. Прям безудержно. Хочется чего-то такого. Своеобразный девичник, да? Такой? Ну да, такой. Подготовка некая. А ты чего же? Настя хочет экскурсию. Да, я себя чувствую как на экскурсии. Ну тоже жду веселья и, конечно, узнать о некоторых деталях свадебного всего приема. Вот, чтобы на будущее для себя много чего подчеркнуть. Настроение отличное. Ожидаем большего, всего самого лучшего. Думаем, что все будет на высшем уровне. О чем больше всего хотите узнать? Узнать обо всем и по максимуму. Мы приехали в один из известных ресторанов нашего города. Здесь мы расскажем нашим невестам, с чего стоит начать подготовку к свадьбе. Итак, если вы уже подготовили примерные списки гостей и определились с датой свадьбы, то самое время прикинуть свой бюджет и найти организатора торжества. Отметим, что стоимость услуг организатора вам обойдется не меньше 20 тысяч, а возможно и 10% от стоимости мероприятия. Есть организаторы, которые работают иначе. Они берут проценты с подрядчиков, то есть тех людей, которых они находят для молодоженов. Но тут схема хороша для маленьких городов. Я не знаю, Ростов отнести к какому городу, но достаточно большой город, и чтобы не было обмана никакого. То есть это не очень прозрачная схема. Вы не знаете, сколько денег организатор попросил того или иного подрядчика. Хотя в основном, конечно же, все эти отношения строятся на полном доверии. И если фотограф, к примеру, там Василий Иванов стоит 40 тысяч свадебный день, то не может организатор его продать за 50. Это очень легко проверяется. Информация сейчас есть вся в интернете. Любая невеста, окей, Google, сколько стоит фотограф Иванов, и там выдается, что он стоит 40 тысяч. Поэтому организатор – это люди, которым можно доверять. После того, как вы нашли подходящего организатора, на которого можно смело положиться, вам предстоит выбрать ресторан. Особенно приятно будет для молодых и то, что многие рестораны в подарок предоставляют номер для новобрачных. В ростовских ресторанах средний ценник колеблется сейчас от 2500. Но это так, чтобы вам было не стыдно принимать своих гостей на своем торжестве. Можно, конечно, найти более бюджетное кафе,
Некоторые рестораны до сих пор говорят о том, что у нас можно сделать свадьбу за 1500 человека. Честно сказать, отношусь очень скептически к таким обещаниям, потому что вы получите в итоге размазанные салатики по столу, как говорится. Это очень мало. Мы все понимаем, что цены выросли, инфляция, все дорожает, и не может хороший ресторан стоить 1500 человека. Плюс напитки, опять же, это все индивидуально. Кто-то пьет дорогие сорта виски, а кто-то пьет там более дешевый алкоголь. Поэтому тут все очень индивидуально. Именно для этого мы и просчитываем очень скрупулезно бюджет и свадьбы, исходя из всех этих нюансов. Рестораны стоит выбирать с особой внимательностью, ведь важно учитывать не только количество гостей. Прежде чем определиться с выбором ресторана, необходимо ознакомиться, конечно же, с кухней. Чем занимаются сейчас наши невесты? Класс. Понравилось, да? А что пробовали? Салаты основные блюда? Салат, курник, рыбку, да? Глинтвейн попробовали еще. Глинтвейн очень вкусный. Горячий, вкусный, да. То есть повар... Да, кухня отличная, вкусный, повар, да. Молодец. Да, курник просто вообще шикарнейший, мы очень довольны, да. Очень вкусно. Считаете важным заранее продегустировать блюдо в ресторане? Да, конечно, важно. Потому что гостям должно быть не только весело, но и вкусно. Вкусно очень. Вкусно, а что пробовали? Основные блюда, салаты? Попробовала курник. Вкусно очень. Как думаете, возможно такое, что вы здесь отметите свою свадьбу? Возможно. Мы рассматривали такой вариант. Как между беготней по ресторанам, невесте обязательно нужно помнить о выборе свадебного платья. Профессионалы советуют мерить абсолютно разные модели, ведь, как бывает в большинстве случаев, невесты останавливают свой выбор именно на тех платьях, которые изначально даже не принимались во внимание. Помимо этого, вспомните об услугах визажиста и парикмахера. Выкроить время на пробную прическу и макияж – это одна из ваших главных задач. Ведь это ваш день, и вы должны быть королевой на этом празднике жизни. And I don't know where it's going or what it will do. And I try to control it, but control is what I lose. You got my blind heart holding on to you. Смотрите в следующей программе. Как оформить зал? Какие самые модные свадебные тенденции в 2016 году? Что выбрать в качестве развлекательной программы для гостей? Как подобрать подходящего ведущего? Что лучше, выездная регистрация или все же остановиться на регистрации в ЗАГСе? Все это вы узнаете из нашего следующего выпуска.